Привет! Дорогие Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер, я считаю вас одними из самых лучших и известных актеров на все времена. Я вырос на ваших фильмах «Рокки», «Терминатор», «Рэмбо», «Конан». Смотря на вас, я упорно преодолевал трудности, становился лучше и сильнее. Вы стали моими учителями, а я вашим неизвестным учеником. К сожалению, в мире спорта и известности я и не смог добиться таких высот, и тем более превзойти своих учителей. Но в чем-то, я думаю, у меня это получилось. Слай, I just saw your knife that you have signed for charity here in Cardiff. It's unbelievable. Look at this knife. But this is not a knife. Now this is a knife. Я хочу сказать, что ваши ножи реально крутые, но это не ножи. Вот это нож! Знак благодарности за ваш вклад в мою жизнь, я с удовольствием хочу сделать вам подарок. Я решил подарить вам свой нож. Правда, я так и не смог определиться, кому именно он из вас достанется. Поэтому пусть победит сильнейший, или же ваша крепкая дружба. Если вы готовы принять мой подарок, дайте мне знать, и я организую доставку. Все, пока!